Всем привет! Я снимаю свои видео на экшн-камеру UI 4K, и бывает, что-то нужно снять вблизи. И вот что с этого получается. Картинка размыта. В фокусе только то, что находится вдалеке. Все потому, что объективы на экшн-камерах настроены на бесконечность. Можно использовать линзы для макро и ближней съемки. Ссылку на видео, как можно сделать линзу самому, будет вот здесь. Но в этом видео мы прокачаем свою экшн-камеру UI 4K и сможем делать вот такие кадры. Регулируя фокус от макро до бесконечности, не используя линзы и, самое главное, не меняя стандартный объектив. Чтобы прокачать нашу экшн-камеру, нам понадобится отвертка и не молоко, а только крышка от молока или сока. Можно, конечно, использовать специальный ключ за $37, но я обойдусь этим. Вначале нам нужно снять вот это кольцо и крышкой отвинтить объектив. У меня объектив выкрутился без особых усилий. Откручивая и закручивая объектив, мы меняем фокусы от бесконечности до макро. Для удобства я вырезал отверстие в крышке и подрезал лапки, так чтобы крышка на объективе сидела идеально и без люфта. Получилось вот так. Крышка выполняет роль регулятора фокуса и не дает линзе повредиться. Позже я поставил небольшие метки на крышке, чтобы, например, сразу выставить фокус на метр или полметра. Так выглядит наша экшн-камера. И я могу регулировать фокус от макро до бесконечности. Буду благодарен за лайк, пиши в комменты свои вопросы и то, что ты думаешь о модификации камеры. Всем пока!